Всем салам из солнечного Ташкента. Это мы сейчас по локации находимся Джар, стадион Джар. Всем салам алейкум. Вот наш оператор. Всем салам алейкум. Сейчас мы начнем вот транслировать. Сейчас поедем в город и покажем вам онлайн город Ташкент. Вам видно все? Слышно? Как картинка? Сейчас поедем в город. Да, друзья. Это вот Джар был. Вот 82-я школа. И мы сейчас поедем в город. И вот смотрите, какие здесь красоты. Вот если мы едем со стороны Чорсу сейчас. Сейчас поедем в город, в центр, покажем вам центр. Вот сейчас посмотрите здесь. Такой комплекс построили. Спасибо. Это хорошо, что с нами. Очень рад. Картинка хорошая, звук. Вот смотрите, здесь вот лимузины можно заказать. Я вот специально так потихоньку проеду, вон Rolls-Royce, посмотрите. Вот. Здесь такой комплекс. Построили. Спасибо. Вот смотрите. Сейчас мы будем ехать в сторону Дружбы народов. Сейчас я вам хочу показать вот здесь вот. Так, грузовик мешает. Отстанем от него. Вот это вот торговый центр Самарканд Дарваза справа. Сейчас мы ее покажем. Вот грузовик мешает. Вот он, Самарканд Дарваза. И вот эта вся улица вообще так изменилась. Посмотрите. Вся улица вот такая вот. Вот здесь вот есть многоярусная парковка. Так. Вот здесь еще один Carrefour. Там тоже, да, был Carrefour? Да. Смотри, здесь еще есть. Возьмите марку. Да, медиапарк. Carrefour. Я просто ведь мешаю. Здесь вот тоже такое высотное здание строится справа. Вот кто помнит вот это вот. А там вот Ташкент-Сити. Видите, такие высотки какие красивые. Сейчас поедем в город. Погода отличная.
смотрите, все утопает уже в зелени. Деревья зазеленели, вишни расцвели. Вот здесь вот такой вот строй, небоскреб. И мы подъезжаем к площади Буньоткор. Дружба народов. Вот такие вот панно везде у нас. В общем, город красивый становится. Сейчас вам посмотрите слева, вон какие небоскребы. А вот справа сейчас будет концертный зал «Дружба народов». Вот он. Значит, ван почти готов. Вот смотрите, какая красота. Площадь Дружбы народов. Да, уже жарко. Где-то 23 градуса сейчас. Ну, посмотрите, вот как люди одеваются. Вот, пожалуйста. Уже жарко. Почти лето. В ближайшие дни до 27 поднимется погода. Вот скоро. Здесь еще слева вот они на стадии завершения. И скоро вот эти все заборы уберут. И будет здесь вообще красота. Там еще идут стройки. А это вот конференц-зал. За ним Хилтон. Трансляция с Ташкентом, друзья. Вот он, Нестван, во всей красе. Вот такая погода. А вот слева, после Нестван, за перекрестком, это вот уже телерадиокомпания новая, по-моему, Узбекистан, да. Раньше она была около старой вышки метро Пахтакор. А сейчас вот сюда сделали. Вот цветы, посмотрите, как здесь. О! Тюльпаны вон. Деревья вот уже тень дают. Вот такая жара. Здравствуйте. Вот чисто, уютно. Деревья уже, смотрите, какие. Зелень. Сейчас мы подъезжаем вот к центру. Так, нарушать не будем. Вот, смотрите. Вот. Цветы. Тюльпаны. Всем еще раз салам алейкум. Кого не видел. Ну, это прямая трансляция. Если что, я выложу ее. Потом можно будет еще раз посмотреть уже. Вот. Нет, по-моему, интернет хороший. 5000 мегабит там было написано. Ну, может, все-таки связь еще не очень хорошая. Всем привет еще раз.
вот слева раньше площадь Муштакелик был. Вот сейчас туда не пускают вообще. Вот закрыто. А вот справа сейчас выставочный зал. Ну вот уже деревья покрылись листвой. И его нехорошо видно. А мы сейчас подъезжаем к ЦУМу. Сегодня воскресенье, школы нет. И кто-то вот из вас спросил. Улицу Якуба Колоса. Сейчас мы туда заедем. Покажем этот дом. Потому что в обычные дни там школа 110-я, и туда не подъедешь. А вот эта аллея справа, вот это голубые купола. Мы подъезжаем вот слева. Гостиница Ташкент, справа ЦУМ. Бывший, да? И слева вон она, балет. Театр. Большой театр. Опера и балета. Кто помнит. И сейчас мы заедем в этот квартал. На улицу Якуба Колоса. А вот здесь раньше был трамвайный. В самом центре столицы. Да, мост переехал, проехали уже. Так, вот здесь где-то, по-моему, здесь, да, это было. Так, дом 2. Шестой дом. А нет, это восьмой дом. А, восьмой. А шестой, следующий, наверное. И бог знает район. Пойду дальше. О, в кафешке сидят люди. Школа должна быть дальше. Или дальше туда. Да, еще дальше, наверное, туда направо. Да, следующий, значит. Ну, сейчас мы туда проедемся. Что-то мне свистит. Да. Здесь вот справа школа 110-я будет сейчас. Сейчас вам покажем. В обычные дни здесь такие пробки. Это кошмар. Вот она, эта улица. Вот она, 110-я школа, знаменитая всем. Это в центре города. Это 110-я школа, ну, самый центр. Район ЦУМа. Это 10-й дом. Ладно,
в апреле тоже будем купаться, если такая погода будет стоять. Вот, посмотреть, какие здесь строения. Это банк. Шестой дом был. Может, банан бы шапкал бы. Машины. Сейчас мы обратно. Пойдем играть. Справа был шестой дом. В общем, смог я показать или нет? Надеюсь, я смог, да, показать? Игорь, да? Что-то если тихо езжу, у меня машина что-то скрипеть начала, непонятно. Наконец-то. Спасибо, что ответили. Ну вот сейчас мы сейчас выйдем, попробуем еще центр проехаться, да? Самый центр покажем вам. Здесь вот уже 12-й дом. Так. Поедем налево. Ну вот не зря приехал, значит. Сейчас мы поедем в центр. На сквер Революции. Покатаемся еще немножко. Вот смотрите, как все здесь изменилось. Да, тоже не знаем. Вот тихо ездит, скрипит, а сейчас что-то не скрипит. Потом проверим. Такого не было. Так. Может, тормоза, непонятно. Сейчас поеду, наверное, сквер Революции покажу, да?
Или куда поехать? Ну вот первый все-таки. Скажем, такой полноценный. Прямая трансляция. Думаю, вам центр покажу сейчас. Так, лагает, да? Что-то прервалось, вот опять прервалось, вот пошел. Кто-то звонил, наверное. Так. Ну вот мы сейчас нахамируем Тимура. Вот сейчас мы поедем в сторону сквера Революции. Справа Хакимият, по-моему, да, Ташкент. Раньше здесь был парк Горького, кто помнит, да? Вот так все здесь изменилось, друзья. А вот вам перед нами Амир Тимур, памятник. Вот они, куранты справа. Это уже настоящие куранты, да? Вот. А это уже копия. Вот наша узбечка. Гостиница Узбекистан. Сейчас очень много наплыв туристов здесь. А вон вдали, смотрите, это бизнес-центр Триллиант. Так, давайте поедем в сторону Тархана, да, я вам покажу. Видите, здесь не многолюдно почему-то. Очень мало людей. Раньше здесь так было очень много людей. А сейчас такая тишина. В общем, центр. Да, фотонзавод проехал. Вот, смотрите. Здесь все вот так вот изменилось. Во. Это вот детский мир бывший. Справа и слева. Так, музыка нам не нужна. Сегодня воскресенье, поэтому машин мало. Вот C1, C2 слева. Давайте сейчас мы повернем здесь. Покажу вам бывший зоопарк, сейчас парк стал экопарк. Вот он, C1. Слева консерватория бывшая. Ну, просматривается Дархан, московские дома. Сейчас мы повернем направо. Да. Бывшая улица Шастры, да, сейчас Садык Азимова. Или он здесь Шастры называется, дальше Садык Азимова.
здесь тоже все изменилось. Посмотрите, как все здесь стало. Вот, по центру покатаю вас. Назад вот эта улица вся была такая раздолбанная, а сейчас вообще красавица. Тоже здесь починили эту улицу. Вот такие разметки здесь сделали. О, вообще красиво разметки здесь сделали. А вот он, бывший зоопарк, сейчас подъедем. Он уже стал экопарк. Вот, как я вам говорил, проблемы здесь с парковкой. Вот здесь они. А здесь орудуют все вот эти, они глухонемые. Весь центр, вот они орудуют, парковка. Прибрали к рукам, но скоро их уберут, скоро хотят здесь сделать платные, как в Европе. Автоматы будут. Вот он, бывший зоопарк, сейчас это экопарк. Один. Сейчас выйдем прямо. Вот смотрите, здесь как все изменилось. Вот это Шастри, памятник Шастри. Это все C1. Нормально все, видео, звук, надеюсь, все хорошо. Вот, сейчас мы прямо поедем и поедем по улице Наваи. Там тоже все так красиво. Вот смотрите, как здесь все изменилось. Ну и как видите, проблемы с парковкой, они никуда не делись. Здесь тоже все заасфальтировали. Здесь раньше было не очень дорога. Весь центр заасфальтировали, между прочим. Вот, смотрите. И сейчас мы выйдем. Вот это гостиница Тата. Кто помнит? А вот туда сейчас детский мир. Вот смотрите, как аллею здесь сделали. Тротуары, велосипедные дорожки. И с этой стороны. Вот посмотрите, как красиво все сделали. Здесь раньше трамваи ходили, троллейбусы ходили. Но мы сейчас вот поедемся по этой улице. Вот детский мир бывший, уже не детский мир. Школа английская. Да.
еще и, по-моему, китайский автопром, автосалон. Половина школа, половина автосалон. Ну, это, наверное, интернет такой. Потом я выложу это в качестве Full HD. Ну, вот это вот. Бизнес-центр Триллиант. Он уже готовый. Вот такой вот стал. Раньше здесь такие дома были частные. Вот, посмотрите. Вот он, Ташкент. Вот справа. Почту мы поехали. Здесь вот гостиница была раньше. Ну, она сейчас тоже, но мы переименовали ее. И вот слева тоже вот City Palace отель. Справа Вьетнам отель. Добрый день. Добро пожаловать всех. Стараюсь вот как есть. Извиняюсь, если картинка нехорошая. Хотелось вас обрадовать, сделать онлайн прямую трансляцию. Библиотека. Вот шедевр. Вот вам весенний зарисовок. Вот так вот живет Ташкент. Вот смотрите, как в центре все красиво. Тюльпанов сколько. Всех цветов. Мы сейчас подъезжаем к перекрестку бывшей Ленина, да? Сейчас это Шараф Рашидова. Справа это будет дворец, концертный зал Туркестан. Сейчас мы его покажем вам. И уже подъедем к Урде. Вот он. Вот сейчас будет Урда, вот речка, мостик. Вот это Министерство здравоохранения. Ну а вот здесь вот она идет, вся улица, она уже полностью сдана в эксплуатацию, полный капитальный ремонт был произведен. Здесь умные светофоры. Слева был политехнический институт. Дальше дворец искусств. Вот видите, справа отдельные полосы для автобусов сделали. В общем, как видите, Ташкент очень даже меняется. Вот он, институт. И дальше вот видно, да? Дворец искусств. Вот он, дворец искусств. Там проглядывается Ташкент-Сити.
вот вдали виднеется гостиница «Москва». Что-то с ней неудачно все. Вот здесь такой еще мечеть тоже здесь, купол какой-то. Тюз. Ну и вот ярмарка Новоицкая. Справа телеграф. Вот это тоже. Конечно, приезжать. В июле будет очень-очень жарко. Сейчас просто комфортная погода. Деревья вот совсем вот такие, очень красивый зеленый цвет. В общем, Ташкент вот так вот преобразился. Драматический театр. Ну, уже Тико очень мало осталось, почти что нету. А это вот бывший, ну сейчас тоже у тебя, бывший называется театр Ханза. Ну вот такая вот сегодня была поездка, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Напишите ваши отзывы. Это вот площадь Хадра. Мы сейчас съедем на Дружбу народов. И на этом, может быть, завершим нашу поездку. Вот здесь тоже вот так все изменилось. Темно, солнце. Надеюсь, вам понравилось. На этом разрешите завершить нашу сегодняшнюю трансляцию. Напишите, где бы вы хотели еще увидеть. Для начала вот вам центр показал. Ну, в следующих постараемся какой-нибудь другие районы. Покатаемся, будем заезжать во дворы, махали. Поэтому, друзья, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Напишите обязательно. Всем спасибо, до свидания, пока, друзья.